Нас уже с этим свитером делали один раз снимок. Вот там, где с Лубия выходишь, вот первая это автобусная остановка. Ага, да-да-да. Вот. Было как-то раз в газете тоже. Ну вот. Вот там на снимок сделали. Из этого вы, наверное, меня и узнали, да? Но мы искали русских, потому что газета все-таки русская, и с эстонцем мало толку, что он-то нам расскажет. Вот именно интересно, вот как русские живут. А вообще, вот. Бомжей русских или все-таки эстонцев у нас тут? А, по-моему, и то, и другое. А какие агрессивней? Ну, вот которые... Тоже все, вот которые судимы были, вот те очень агрессивные, там... Не хочется даже и думать о них. А русские более спокойные? Ну, это... Ну, кто как поставился, у кого какой характер. Это зависит от человека. И где кто общался, с кем. Вот такой вот. Извините, пока заболталась так. Пожалуйста, в газету. Нет, мы только вопросы. Только интервью. Да. А сколько вам лет сейчас? 45, Баба Ягодка опять. И было 8 марта. И сюзенский день. Прошедшим вас. Спасибо. Праздновали. Ну где? Там негде. Одна шла, вот старую набрала, вот такую вот штуку взяла, сама себя поздравила. Ну, Ольга Николаевна. Все. А потом, конечно, вечером, ну, друзей-то много этих. Вот где заваленные старые дома или что. Там очень много их находится, да. А сколько вообще в нашем городе примерно бомжей, не знаете? Пару сотен есть? Я не знаю, на самом деле. А вот то, что там за рынком гаражи, там тоже же живут, да? Ну, я слышал, что там тоже есть, а я там ни разу не была. Я так вот на Лубе, и вот я говорю, что сегодняшнюю ночь там, наверное, два подъезда. Ну, чтобы не внизу, нельзя, что там... Это в одном случае правильно сделали, что это закрываются подъезды. А то раньше там сука, срут, нагадят такого, что... И, а убирают, люди ходят, и дети бегают, школьники, и сад, и все. Все в этом случае правильно сделали, что закрывают. Вот и хорошо еще это сделано. Что ну, бывший быт завод. Да-да. Ну, вот там можно с 9 часов до 4 до 6. Я сейчас не помню. Я ни разу не хотел туда еще. Что и там и бульон дают, и чай. Уже можно поесть. В тепле хоть побыть. Вот так я. А вам сколько лет? Вы такие молодые. 16 и 17. В газете работаем по знакомству сейчас, пока каникулы. Это хорошо, подрабатываем. Что-то есть, но... Но мне бы хотя бы куда-нибудь дворником хотя бы устроиться. Дворник это сейчас такое вакантное место. Вот куда устроиться? Если была бы работа, сразу бы пошли? Да. Сразу. Давай прикуемся. А у магазинов, например, в помойках там есть что? У торговых там? Да. Еды много?
бывают. Особенно вот в этом и хлеб, и сколько находило это сосиски, сардельки, колбаса. Это именно вот, чтобы закрытое было, не так раскидано, а вот так вот служишь, хоть немного праздник живота устроишь. Да. А свалки там есть на нашей что-нибудь? На какую свалку? У нас тут и есть бардом, свалка в этом не было? Нет? Ни разу не было. Ну, там, говорят, много обитает. Ну, сколько смотрим, как мы назовем это, машина это, на которой мусор собирают, да. Ящики. Враг народа едут. Лицо забираются. Там как они начинают поспать. Слышишь только, как это... Гремит. Звон идет, их бутылок. Говоришь, господи боже мой. Что же раньше сказали, думала. И так очень многие. И вот не только те, которые мы с северу сторону по луну. И которые на кроватях. Ходят. Собирают. Ну, жить-то хоть на что-то надо, и на это тоже надо. А быстро вообще так с лимона пьянеете или нет? Это нет, мне из-за ног. Я вот посижу, мне надо потом встану, надо ноги расходить. Затекает просто, и все. А это кому как, что нравится. И еще там на пиарно нас покупали, и вот как раз передо мной один мужик покупал и говорит, спрашивает у продавщицы, а который крепче, а? Откуда я знаю? А вы покупаете на этом рынке или там на ванной линии, там тоже же есть, где продают? Где продаются, там и покупают. А то, что сейчас цены подняли, как, отразилось? Таровки больше надо собирать. Денег. А больше летом или зимой тары? Не, летом больше. Это вот сейчас вот зимой. Ящики даже смотришь такие. Ну, откуда найдешь? Зимой-то в основном дома пьют. Вот из-за этого за домами, за большими особенно. Ну вот смотришь и там выкидывают. Очень много. Еще с улыбкой и с бутылкой. Да. За здравие. Я думал, будет щелкнуть. А? Нет, нет, давайте. Я только что глотнул. А. Да? Да. Все. Пробку не найти. Допьете или как-то заныкаете в чемодан? А, закрыть-то все равно надо. Зачем? А быстро выпиваете вообще такой пузырек? Не, я могу ходить вот с пробкой, даже вот захочется 5 раз, за уку зайду. Выпил. А так, где же пробка на этой?